Айо, друзья, всем привет! Если ты хочешь вместе со мной залетать на MyCSGO, промокод DENERS вводи, именно сюда плюсик нажимаешь и большими буквами здесь пишешь DENERS. После чего ты получаешь 30% пополнению и то же самое сумму в рублях. Пишем, например, 1000 рублей пишем, 1300 получаем, 4000 пишем, 5200 получаем, 6000 пишем, 7800, десяточку пишем, получаем 13000, то есть 3000 рублей на халяву. Поэтому залетай, играй вместе со мной и не забывай промокод DENERS, который дает 30% пополнения. Это очень хороший плюс. Также, как всегда, все ссылочки будут в закрепленном комментарии. Погнали смотреть видео. Что, друзья, залетаем с вами на MyCSGO, на балансе у нас 11600. Как всегда, у меня бывает вот в комментариях пишут, да, Денис, где я могу залутать какую-то халяву и так далее. Ну, блин, в каждом видео я это показываю и рассказываю, что, во-первых, здесь у нас с вами проходит раздача 7 чудес света, 4 ножа, да, потом у нас с вами есть перчатки, потом есть у нас авики, просто вот 20 призов, просто 14 способов присоединения, активируйте, очки получаете, после чего участвуете в розыгрыше, 17 дней всего лишь осталось, также раздача скинов, пополняете баланс, получаете тикетов, после чего вы можете участвовать в розыгрыше скинов, активная раздача, мифически, все здесь происходит, все в зависимости от чего, правильно, вот какой смотрел скин, то ту раздачу вы можете поучаствовать. Также постоянно новые кейсики, вот в ограниченной серии, смотрите, вот 3 новых кейса, еще один, 4, 5, 6, 7, 7 новых кейсов, майнинг кейс, офигенно новый кейс, вот этот Elite Azimuth Mining добавили, где просто, может даже с первого раза тебе авик дропнуть, давайте вот крутанем даже покажу, постоянно здесь что-то крутое может дропнуться, вот P250 тебе дропнулось, окупило, плюс 200 рублей, давай сейчас еще раз крутанем, P250 еще дропнулось, давай еще разочек. Так, вот здесь вот мимо, да? Это вот сейчас, если выбью, вот сейчас уже 3 раза кутанули. На... Вот, постоянно что-то падает, видишь, на 1400. Где-то на раз 6-7 можешь с авика, либо эмка упасть там. Калаш так... Вот калаш по-любому. 3300. Я говорю, вот этот кейс просто может не выдавать, не выдавать. Потом вот, вот, держите эмку. И сразу ее забираю на балик за 11 тысяч. Еще вот это продаю. Вот это. На балике 14 тысяч. И еще... М-ку за 11 выбили. Мы уже с вами в окупе будем 100% сегодня. То есть, самое главное понимать, какие кейсы пооткрывать. Кейсы блогеров. Вот, видите, новый кейс блогера вышел. В сборках наших ничего нету. Ну, вот, смотрите, киловатт кейс. 285 рублей он всего лишь стоит, да? Вот такие скины у нас с вами падают. И намного выгоднее здесь его открывать. Почему? Потому что кейс стоит... Вы знаете, сколько сами стоят в стиме. И ключ сколько стоит, там 220-230 рублей, да. То есть тут один ключ стоит почти как вот этот кейс стоит. То есть в два раза выгоднее открывать. И также круто здесь дропается. Давайте тоже здесь потестим с вами. 2850 рублей стоит открытие. Давай, let's go. Что же мы с вами можем и насколько здесь выбить, и какие скины. Ну, сейчас ножик выпил, выпил бы, сейчас по-любому бы все угорали, сказали, да, это нереально. Ну... На 2200 выпало. В КСке на 2200. У вас вот что-нибудь выпадет? На 2000 выпало. Что-нибудь выпадет? Ну, блин, ну это реально смешно. То есть там постоянно тебе выпадет, там, не знаю, на какой-нибудь 3,5 вот выпало. Какую-нибудь копейку и все. 1700. Ну, то даже на 1500-1700 сложно с 10 кейсов выйти на какой-то дроп в КСке. Ну, вот если кейс открыт, что там, ну, это дорого. Ну, 3300 вот опять. Давай сейчас эмка дропнется просто и все. И будет кайф. Эмка, АВП, калаш. Ну, это калаш так вообще. Зевс. Кстати, часто Зевс падает. Сейчас просто почему-то не выпадает. Он реально часто здесь тоже любит падать. А вот то же самое, как и Юсп. Вот 1700 Юсп стоит. Сколько Зевс? Что, 2000? Ну, сколько раз Юсп попадал. Юсп реально часто падает. Давай, давай. Сейчас пооткрываем мы с вами. Горло пишет, что-то заболело горло. Надеюсь, то, что голос. Вот, эмочка, кстати. Держите. 2800, 5000 рублей. Вернули балик, даже в плюс ушли. Вот теперь смотрите, какой балик. 7700. Че вам? Как вам еще показать, что этот кейс намного выгоднее здесь? Давай последний раз здесь открываем. Погнали дальше. Давай три раза. Вот раз. Это второй раз будет сейчас. Юспик опять выпал. Давай третий раз откроем. Вот так вот. Нормально. Нормально. Окей, в кейсы залетаем. А давайте что-нибудь
выбьем мы с вами каком-нибудь таком дорогом кейс, который можем пару раз открыть, попробовать. Вот Доплер Эра. Сколько? Три раза получится открыть? О, получится. Попробуем. Смотрите. Блин. Нет, этот не хочу. Погодите. Хочу там, где можешь скин какой-нибудь выпустить, дорогой. А, давай попробуем вот этот. Сколько раз можем с этим? Пять сможем? Давай. Здесь и скинчанский может, и ножик может. Давай попробуем. Здесь больше как будто шанс, что нож может дропнуться. Ну... Так, это сколько у нас будет сейчас? 7300, нормально. Давай еще раз быстро крутанем сейчас. Ножик, ножик. Ага. 6200. Окей. Не, нормально, кстати. Могли выбить ножик. Easy knife. Ну, раз easy knife. Давай. Сколько? 5 раз. Let's go. Бамс. Угу. Еще разочек. Эй, а, и ты же говоришь easy knife, погоди. Пополнить баланс. Сейчас продадим. Так, я все это продал. А, то, что у нас с вами выпало, кроме авика за 11 тысяч. Так, где easy knife? Так, easy knife. Подожди, требую тебя. Я так не остановлюсь. Easy knife. В поисковике вбиваем. Сколько раз? 5 раз, погнали. Knife, давай мне. Ты же easy knife говоришь. Погодите. Так, я еще... Что-то я не понял. Так, не хватает. 333 рубля, это вы что? Где какой-нибудь Азимов, майнинг? Три раза. Погодите-ка. Я сейчас все равно не остановлюсь. Пойдем еще М-ку продадим. Не, написано, что easy knife. Типа, что он легко выпадет. Ну, давай выпадай, let's go. Я сейчас просру все скины, что... Вот! Наконец-то выпал. Сколько он стоит? 8500. Давай еще разочек. Вот так вот. Вот это вот другое дело. За пятнашку забираем. Вот. Вот почему так раньше не мог сделать? Вот надо мне вот М-ку было продать, да? Вот почему? Вот раньше он не мог мне дать нож бу легенды. 16 тысяч рублей в инвентарь. Let's go. 1242 у нас с вами остается. Погнали, новый кейс. Вот этот кейс пооткрываем. Сколько мы с вами можем пооткрывать? Два раза, медленно, погнали. Вот так вот он мог просто сразу мне выдать, чтобы мне продавал М-ку и забрать сразу. Все, верно же. А он мне не хочет давать. Так, русталь и механа пушка нам выпадает. 900 рублей. Еще раз, два раза можем с вами выбить. Либо, о, паладинчик, сколько? А, 600 рублей. Я думаю, там по пару тысяч рублей будет стоить. И сланец. Все, погнали. Смотри. А, хотя что, смотреть, что выпало. Вы так знаете, что мне выпало за 15 рублей нож бу легенды. Вот такой вот, ребята, открытие с вами получилось. Ножик за пятнашку вывели. Я считаю, это хороший и приятный бонус. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Также не забывай промокод Денерс использовать, который даете 30% пополнения. Это хороший бонус. Поэтому юзай его. И как всегда, все ссылки будут в комментарии. До новых видео. Пока-пока.